Так, мы Маруська этого еще ничего не видела. Сейчас мы ее ждем, она переодевается. И вот сюрприз готов. Смотрите, какая красота у нас. Реальное ощущение, что я в Краснодаре уже как у себя дома. Тут уже есть любимые торговые центры. Есть тут два любимых салона красоты. Что еще? Не знаю. Уже вообще, мне кажется, можно переезжать, если что. Всегда хорошая погода. Кайф! Слушайте, очень правильная история. На входе в торговый центр всех обязывают быть в масках. Это очень правильно. Потому что это важно. Не заражать других людей. И не быть самому зараженным. Это раз. Вот. А второй момент, что я хотела сказать, никто ни хрена не соблюдает дистанцию. Вот это плохо. Ни на кассах, ни когда ты едешь три месяца мы не были в ресторане. Сегодня второй день, как в ресторане. Вчера все быстро съели, не успели даже ничего снять. Кайф. О, как я скучала. Миди. О, это пластилин. У тебя как у мамы ногти стали, да? Это пластилин. Очень красиво, доченька. Я буду ждать, пока он вырастет. Высохнет. Высохнет. Лаки, лакундры. А что ты сделал, ты? Ты такой Маруся. Худой бертик просто. Худой бертрошенька. У меня тоже такой, у Маруси будет. Ангелин, вот моя косметичка. Очень... прекрасная. Видишь, что тут есть? Видишь? Просто великолепно. Высохнет. Лаки, лакундры. А что ты сделал, ты? Ты такой Маруся. Худой бертик просто. Худой у бертрошенька. У меня тоже такой, у Маруси будет. А скажи, а бывает так, что ты скандалишь? Да. А как? В чем это выражается? Как ты скандалишь обычно, Амина? Ну, обычно. Бросаешь ли ты что-то на пол во время скандалов? Ну, конечно. Thank you.
как записывается ТикТок?